нашу дачу. Всем привет, с вами Чен Вова, я нахожусь за Child of Slenderina. Сегодня хочу поиграть в мод Nightmare. Так, ладно, давайте-ка я лучше на Medium. Короче, друзья, поехали. Скип. Да блин, а. Ну сфига ли у меня игра, блин, еще и, блин, вылетает. Поехали. Так, скип. Неудобно, все. Так будет достаточно. О, ключ. Беги быстрее, чел. Так, ладно. Давай. Так, 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 ладно. Сейчас мне надо взять, точнее найти кусок ключа. Так, ладно. Да блин, беги. Так, ладно. Меня заметили или нет? Вроде бы меня никто не увидел. Ладно, это хотя бы большой плюс, что меня не увидели. Фух. Хотя бы повезло, так повезло. Кусок ключа забираю. Открываю дверь. Ой, да блин. Так, ладно. Не понял, где меня увидели? Да ну блин. Придется мне использовать свои любимые читы. Так, все. Использовал чит. О, ключ забираю с собой. О, а как я не заметил? Ладно. Как я этот золотой ключ не заметил? Значит, на Nightmare вообще никак можно, ну, практически почти не увидеть. Если кусок ключа будет в ванне находиться, да еще и в крови. Ну, блин, оно как-то чуть-чуть одинаково тут я это... Ну, короче, какая мне уже разница, ну ладно. Сейчас я ищу кусок ключа, либо сам обычный ключ, чтобы мне использовать в каких-то случаях. Ну да ладно. Я помню, тут в каком-то ролике тут Слендермен не появлялся. Это был хотя бы большой, единственный плюс. Во многих роликах у ютубера, ну типа, как его там, у Глеба Плейса Ченнела, Блейзера там, других ютуберов. Короче, на них Слендермен нападал и типа... Держал их руки, ну, типа, вот, телепортирование. Ну, я, короче, не знаю, как сказать. Ну, ладно. Ничего тут. О, ключ. О, спасибо. Чё? Ладно. Воскрешиваю себя. Сделал маленькую прививку. Ничего. Ключ. Кусок ключа.
Все забрал, бежим. Так, ладно. Так. Ай, блин, больно. Господи, все, я увидел, как Слендермен тут что-то делал. Держал меня, типа, ну, короче, вы поняли. Так, какой-то непонятный чел. О, Amazing Gamings, ну ладно. Ай, блин, я упал. Бежим. Чел, беги даже и без остановки. И не заметив даже. Открываю дверь, ненужную которую. Все готово. Тут были авторы Ютуба. Ой-ой-ой, меня увидели. Валим. Беги. Фух. Давай, беги быстрее. Ай, блин. На нафиг. Так, ладно, все, избегаю. Ну все, я сбежал. Короче, ладно, давайте буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.